Приветствую всех, дорогие друзья! С вами Надежда Сергеева. Сейчас я покажу вам, как редактировать видео на своем YouTube-канале, да, как это вообще делать, для чего это делается. И, собственно, даже можно сказать, то, что не как редактировать, да, а как совмещать с каким-то другим видео, например, с заставкой, да, и потом выкладывать на YouTube, и какие данные вписывать, собственно, во все вот эти вот окошечки, да. Значит, я загрузила видео небольшое. Мне нужно к этому видео добавить заставку. Я нажимаю, значит, опубликовать. И дальше, значит, иду в менеджер видео. Для чего я это делаю? Для того, чтобы зайти в раздел «Создать» и заходим, значит, в видеоредактор. Заходим в видеоредактор, и, собственно, вот здесь мы будем сейчас работать и создавать наш ролик. Значит, как я буду это делать? Вот здесь вот у нас загрузились наши видео, да, какие-то. У меня здесь на YouTube-канале сохранена моя заставка. Вот она. Значит, заставка для начала ролика. Это от команды идет у нас заставка. Дальше, значит, мне нужно вставить сюда видео, которое только что я загрузила, вот оно. Значит, вот таким образом просто беру и переношу, да, вот видео. И еще я хочу показать, да, то, что у меня здесь еще есть моя личная заставка от Надежды Сергеевой. Сейчас немножко прокрутим. Вот, значит, вот моя заставка. Но если мы просто вот сделаем, да, вот три подряд вот этих видео, да, как-то будет не очень красиво, нам нужно еще переходы сделать между этими видео. Собственно, вот сюда, если мы нажмем, значит, вот сюда, у нас здесь появляются видео всякие, переходы. И можно вот любой выбрать и поставить, да, вот сюда. И также еще у нас вот эта вот последняя заставка, на нее тоже надо поставить переход, чтобы было как-то вот между видео плавно, чтобы переходило из видео к видео, да, чтобы не обрывком, не отрезком было это все, а плавненько. Ну, собственно, еще вы можете еще добавлять там несколько видео, да, можете, значит, найти какое-то видео в YouTube и сюда вставить, да, можете фотографии свои сюда вставить, то есть создать фильм даже из этих, ну, как бы фотографии из этих картинок, да, добавить, значит, аудио, музыку какую-то сюда, то есть даже можете свой, как бы, видеоальбом сделать, да, или фотоальбом в виде видео, да, как бы презентацию свою какую-то. То есть на самом деле не надо никаких даже устанавливать программ там или чего-то. Вот, значит, здесь можно найти музыку, добавить ее, собственно, и здесь уже будет у вас как бы фоновая какая-то музыка, да, если у вас не видео, а картинки, допустим. Так, про переходы сказала, значит, что добавить название, так, можно, да, можно, допустим, на самом видео добавить текст, там, различные, да, какие-то вот эффекты здесь для этого текста, то есть вы можете сами здесь пощелкать, и, собственно, от вашей фантазии будет зависеть, как будет выглядеть ваше видео. На самом деле ничего здесь сложного нет. И хочу заметить, что ничего лишнего абсолютно нет в этом редакторе. Ну вот, значит, я сейчас нажимаю на кнопочку «Создать видео». И, собственно, мое видео будет обрабатываться.
можно посмотреть, если мы нажмем опять на менеджер видео, можно посмотреть, сколько процентов, да, обработалось это видео. И, собственно, подождем, пока оно обработается, чтобы показать вам дальше. Да, вот пока подготовка к загрузке идет. Дальше, значит, что? Дальше ждем, когда оно обработается и загрузится. Итак, продолжим. Смотрите, значит, видео мое загрузилось, обработалось, которое мы создали, да, прямо с вами буквально несколько минут назад. Значит, дальше, что я делаю дальше? Значит, я выбираю, значит, изменить, информация, настройки. И смотрим, значит, у нас здесь, так как вот это видео редактировалось в YouTube, да, здесь нет никакой информации, нет тегов, нет ничего. Значит, первое, что я делаю, значит, открываю вот это вот видео, которое мы изначально загрузили просто, да. Значит, открываю описание видео этого. И просто сейчас скопирую, да, вот немножко подвисает. Просто сейчас я возьму, скопирую то, что у нас уже было написано. Значит, вот, вот у нас это видео измененное. Сюда, значит, мы вставляем название. Значит, здесь мы поставим, значит, поставим вот это описание. Копируем то, что у нас было уже, да. Вообще изначально это описание, оно у меня было вставлено еще при создании канала. То есть я его когда создавала, я это вставила описание, и при загрузке каждого видео у меня уже это все есть там. Так, дальше, значит, что касается хэштегов, да, этих тегов для того, чтобы нашли наши видео. У меня есть вот такие вот документы, и в YouTube у меня вот такие вот хэштеги, и по Redux, и вообще, да, как бы, да, я их вот сюда добавляю, и там вот их несколько. Ну и, конечно же, прописываю, значит, вот это вот прописываю, значит, как поставить смайлики. Значит, большие смайлы. Работа в Одноклассниках. Ну, достаточно было, да? Значит, дальше, что мы смотрим? Чтобы было у нас не вот такая вот картинка, да, там смайлик со смайликами, а именно какая-то вот интересная, красивая, привлекающая внимание картинка, да, я создала картинку сама собственную, и сейчас мы ее туда и загрузим. Так, вот здесь, наверное, да. Значит, вот у меня картинка, я ее обозвала там всяко разно. Вот у нас картинка, как поставить большие смайлы в Одноклассниках, да. И, собственно, нажимаю «Сохранить». Дальше, значит, нажимаем «Мой канал» и смотрим, появилось у нас это видео или нет. Да? Ну, оно как бы появилось, но пока еще картинка сама не появилась. Да? Сейчас мы нажмем, значит, на «Видео». И посмотрим, значит, вот у нас здесь «Как поставить большие смайлы» есть видео, а вот это видео нам уже не нужно. Оно у нас не отредактированное, без картинки. Я его сейчас просто возьму и удалю. То есть, как бы изначально, если у вас уже готовое видео, то вы просто ставите картинку и все, больше ничего не делаете. Ну, там название описываете. А если же вы редактируете, то вот я делаю вот таким образом. Может быть, кто-то делает это быстрее и удобнее, да? Посмотрите в YouTube. Но, собственно, вот.
Значит, получилось вот так вот. У меня, значит, стоит то видео, которое мне нужно, с моими хэштегами, с моей картинкой. Потом вот здесь вот тоже появится эта картинка. И, в принципе, я думаю, что в этом видео я рассказала, как это можно сделать, вот не устанавливая никаких программ, ничего. Просто заходите в YouTube, загружаете видео, можете добавлять заставку, можете не добавлять, можете создать свое какое-то видео, презентацию, там еще что-то, да, это все зависит только от вас, как вы захотите. Ну, собственно, думаю, что на этом все. Спасибо вам за внимание. Буду рада, если это видео будет вам полезно. С вами была Надежда Сергеева. Всем пока-пока!